Первый региональный форум молодых лидеров проводился в 2014 году. Второй Северокавказский форум проводился в 2015. А вот в 2016 году форум приобрел статус всероссийского и проходит в рамках реализации подпрограммы «Молодежный Дагестан» приоритетного проекта развития Дагестана «Человеческий капитал» и «Года гор в республике». Форум длился несколько дней, и программа была очень насыщенной. Также участников форума ждал круглый стол на тему «Общественная деятельность молодых лидеров как перспектива будущей политической и парламентской деятельности». Требования, предъявляемые к современным молодым политическим лидерам от депутата Народного собрания Республики Дагестан Тимура Гусаева, заместителя начальника правового управления администрации главы правительства Республики Дагестан Хайбулы Малачилова и заместителя председателя Махачкалинского городского собрания Джакая Джакаева. Также был организован конкурс «Лучший молодой парламентарий», который проводился первый раз на территории Российской Федерации. Конкурс проходит в рамках реализации Дня политического лидера. Участники провели форум, изучая основы проектного мышления и бизнес-идей. На площадке форума общественный деятель и предприниматель Тимур Саркаров провел тренинг на развитие навыков новой работы. Поделившись с участниками технологиями составления и представления проектов, он также рассказал о личном опыте реализации социальных и бизнес-идей. Закрепить свои знания участникам предстояло в конкурсе командных проектов. Участники разделились на 8 команд, а некоторым из них предстояло выступить в качестве жюри. Выбрав бизнес-идею, участники искали сильные и слабые стороны проекта из реализации. Во время церемонии закрытия прошло вручение сертификатов, выражение слов благодарности и прощание с участниками. Глава района Ахмед Магарамов поблагодарил всех участников форума и оргкомитет за проделанную работу. Торжественная церемония закрытия форума завершилась концертом национальных творческих коллективов и звезд дагестанской эстрады. Организаторами этого форума выступили администрация Акушинского района, Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, Дагестанский государственный университет и профсоюзная организация ДГУ. Патима Талиева, Касим Исмаилов, «Прибойные новости».